Всем привет, друзья, это новая серия по Форесту. Если ты ждал ее, то обязательно поставь лайк. Обязательно посмотри прошлую серию, если ты ее не видел. И приятного просмотра. Интересно, интересно получается, где же мы вылезем? Я вылез и просто увидел пацанов, которые рядом со мной! Господи, а я с зажигалкой в руках. Надо их атаковать. Атакуй. Все, убил? Да. Я одного убил, второго убиваем. Да. Ага, бежим. он сыкун. Все, сосет он нам. А где мы? Стой, давай, короче, пойдем домой. Да, да, надо домой идти. Все, домой. Доброго ранку, база. Да погоди, ты уже... Я-то... Стой! Оставил меня в лесу одного, и пока я пил. Так, смотри, у нас тут полная недостроенность. Я предлагаю достроить забор наконец-то, а то какая-то, знаешь, незащищенным я себя чувствую. Да, есть такое. Кстати, я же перед записью этой серии посмотрел карту The Forest, понял, где мы располагаемся, и все-таки рядом с нашей базой есть пещера. Даже целых три. Три пещеры, а ты мне не верил. Ну, одну мы нашли, а где остальные две? Мы ни одной не нашли. А подожди, а в прошлой серии мы куда лазили? Мы на другой конец острова убежали и там нашли шоколадку. И фокусы сделали. Так, можешь включить свои агротехнические, инженерные информационные знания и построить макет забора? Ну вот ты затянул все и настала ночь. Вот как теперь жить здесь? Как? Да в смысле? В смысле? Темнота. Пойдем домой, надо спать. Надо спать. О! Смотри в окно. Там жизнь живет. Там житуха, родная. По планам у нас что? Мы должны построить забор и пойти в пещеру, да? Да, по планам у нас за забор построить. Ну еще в планах кое-что интереснее есть. Опа, лей уфу. Уэйн. Кейн. Трипл килл. Сука, двапл килл. Делай макет забора, зайцы у него там. Погоди, Никита, погоди. Никита, это, погоди. Мы же оленей убивали, мы же зайцев убивали. Шкура оленя, мы сейчас можем зашкуриться. Давай шкуриться. Я могу сделать себе бурдюк для воды. Бурдюк для воды. А я себе ничего не могу сделать, короче. Охренеть, это крутая штука. Это мы можем с собой в бутылочку наливать воду и пить в дороге. Смотри. Опа, у меня в бутылочке все теперь. Построй ты уже забор, бутылочка. Так, я понял, короче, на тебя рассчитывать бесполезно. Да в смысле? В смысле? Значит... А, стой, мы забор строим, точно я вспомнил. А, во. Свои стены. Нет, это не то. Это все то. Это не то. Это то. Не то. Вот что нам нужно. Защита из шипов. Я ставлю. Какая защита из шипов? Нам забор нужен. Забор. Ну, это есть забор, дурачок. На камне или под камни? Рядом с камнем, вот здесь вот. Камни у нас это такой, знаешь, типа трамплинчик, чтобы прыгать и смотреть за... Ага, вон там и бегают они, понимаете ли. Сейчас я разберу. О, пацан с... У него в жопе горит что-то, слышь? Да погоди, стой! Мне ставить-то как здесь? Самая смешная затея в том, что мы сейчас пойдем в эту самую, в деревню аборигенов, найдем динамит и будем рубить деревья динамитом. А у меня, знаешь, в чем прикол? Похоже, что я совершил ошибку, когда идентифицировал, так сказать, наше местоположение. Потому что, судя по карте, этот водопад имеет каменный округ. Вокруг нашей базы не три пещеры. Вокруг нашей базы куча монстров будет спавниться, а пещера я хрен знает где. Ладно, пойдем. Помнишь, где деревня самая большая? Самая-самая большая деревня. Рядом с которой ты жил в своем выживании. Да, помню. Все, побежали помню. Туда. А, я же веду. Стоп, подожди. Так, мозги мои. Так, здесь у нас пещера. Значит, нам нужно... Смотри, встань сюда, ко мне. Встаю. Короче, встав спиной к водопаду и моргнув правым глазом, нужно бежать туда, куда смотрит левый. Так, это... Значит, смотри. Так, это не мы та. Мы ехали по трассе и нашли бензоколонку. Это что-то типа этого. Мы ехали по трассе и нашли питонов. Ладно, нам нужно просто идти дальше. Мы на правильном пути. Смотри, какое ровное, чистое поле со входом в пещеры. Хо-хо, еще одну пещеру нашли.
Блин, подожди, стой, здесь можно ведь метки ставить как-то. Мини-шалаш. Поставим вот здесь. Сможем собрать? Да сможем, наверное. Ты так хочешь метки ставить? Это умно. Во, смотри, видишь, желтый домик. Наш домик тоже желтый. Как поменять желтый домик на черный домик или как-нибудь? Нет, я не знаю, это не у меня нужно спрашивать, а у знатоков. Ладно, смотри, возле нашего дома домика флажок, так что нам нужно бежать на флажок там, потому что, понял, да? Да, понял. Подожди, мы так бежим в какой-то местности, я вообще здесь ни разу не был. Ты точно ведешь нас в ту деревню? Точно, точно. Я уверен в том, что я гид, а слово гид, это слово такое уникальное. Что-то мне подсказывает, что ты заблудшая душа. Вот она, дружище, вот она. В итоге мы сделали такой крюк. Ну, потому что нужно было бежать не чуть левее, а намного левее, чем глаз моргнул правый. Понятно. Так, теперь важная задача — найти динамитус. Он, по-моему, вот тут вот. Нет, здесь платы. Ищем динамит. Динамит? Мистер Динамит, вы где? Сеньор Динамит. Стой, погоди, динамит не здесь, нифига не здесь. А где он? Может быть, он вон в том домике? Вот, да, вон в тех домиках. А, нет, тут краска. Давай помажемся. Твою мать. Стопа. Погоди-ка. Где-то здесь был динамит. Я давно знаю. Я здесь бегал. Сука, опять орут. Вот это... Вот сейчас я услышал это. Это было отчетливо и страшно. Бежим отсюда. Вот, вот, вот в этом домике динамит. Они пришли его охранять. Они пришли его охранять. Так, ну, парни. Я как бы ни на что не намекаю. Ёбаные, ёбаные, быстрые, быстрые, пацаны, быстрые, блядь, сука, ты чё, давай быстро, они огромные, быстрые. Они огромные какие-то, сильные, быстрые. Умри уже, да ты умри, параналя. Всё, всё, вроде всё. Так, 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 вон ящики с динамитом. Ес, или это, сигнальный огонь, блядь. Ну, сука, ну кто знал, они выглядят как динамит. Динамитная шашка. Стоп. У меня есть 4 динамита. Откуда? Вниз посмотри в инвентаре, рядом с под топором. Нету, у меня нету. У меня 4 динамита есть. Ладно, ну тогда ты будешь лесовзрывателем у нас сейчас. Понял, пойдем. Такой огромный путь, и все ради того, чтобы поссать себе на лицо. Так, может быть, в этой деревне есть динамит? Кстати, давай почекаем. По пути нашли. А, смотри, смотри, пойди сюда, пойди сюда. Что, что, что? А-а-а, это вход в пещеру. А, нет, это клад, взорвать. это клад. Какой клад? Это вход в пещеру, вот веревка, нет, нам нет, нужно взорвать нет, это место. Нет, взрываем. Нет, нет, смотри, там сейчас будет клад лежать, я помню точно. Это не вход в пещеру, это клад. Ставь. Блять! Ой, блять! Сучки! Это все, взорвался уже? Так, и это... Ах, мать моя, родная! Пистолет! Это не пистолет, это не пистолет, это часть 3, третья часть из 8 пистолетная. Да? Да. Что за говно? Тут нужно пистолет собирать по частям. Да, ладно, все, домой, быстрее. Уже у меня очко, блядь, я сарать не смогу неделю. Ой, родимый домик, так приятно тебя видеть на горизонте. Так, все, увидимся утром, мир. А я спать, меня забыл. Никита, я Сергей, все, спать. Так, а вот теперь мы начнем рубить деревья. Ты имел в виду дерево? Я имею в виду, достаешь динамит. Смотри, я тебя научу сейчас. Давай. Иди сюда, смотри. Иду сюда. Вот мы подходим к деревьям, видим такую интересную картину, то, что 4 дерева, вот здесь вот, находятся на почтительном расстоянии друг от друга. Соответственно, ты берешь динамитус. Угу. Поджигаешь динамитус. Кидаешь вот сюда вас и убегаешь вот сюда вас. И 4 дерева блядь! Просто падают. Сука, чуть не вау, меня, как круто, блин. У меня оглушило аж. Просто супер-мега-ультра кайф. Так, ну что, нам нужно теперь все это убирать, потому что они... Я за тележкой. Ну скажи динамитом повеселее намного. Копить. Конечно, дерево. Веселее. Скорость возрастает в 1000 раз. Mm-hmm. Понятно. Значит, достаем игрушку, пентифлюшку, совмещаем. Так, главное подальше отбежать, потому что убьет, скорее всего. И готово! Уходим, 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 там падает все. Ёб твою... Ёб твою... Блядь, все на меня, сука!
Коляска прыгает. Коляска улетела в космос. Ебать. Блин, почему так раньше никогда не делали? Вот прикинь, аборигены в шоке просто. Стоят на холме, смотрят на верхушки деревьев, и просто 5 деревьев разом падают. Ну, такие бу, они думают, о, все, все, кто-то вырос. Кстати, что-то они давно не приходили к нам. А, вон, пришли. Вот вспомнишь говно, как говорится, вот и оно. Параноик. Ой, они прям близко. Параноик, параноик, параноик. Я перепрыгнул через него. Ху. На тебе, в сердце прямо. В сердце тебе, на, в почку. В яйцо попал, и ты умер просто. Так, а теперь я тебя сожгу. Чтобы неповадно было. Все, забор-то готов тем временем. Готов он, понимаешь ты это или нет? Слово такое, знаешь, русское, готов. Такими темпами, его бы и весь надо построить. Мать говорила, что я человек инженерной мысли, поэтому, смотри. Да, сделай теперь забор вот так вот немножечко, чтобы и здесь наверху будет вход. Ладно, делай, короче, я пока построю чуть-чуть. Так, ты там деревья нарубил, да? Угу. Вот это тут, конечно, ты тут того самого. Нормально, да, нарубил? Хорошо, тут деревья есть. Да не да, это, конечно, так нормально, нормально. Пол острова просто уже вырубили с тобой. Блин, а тем временем наша база становится все более базистой, да? Да, прям вот, знаешь, раньше смотришь такой, типа, и думаешь, ну, есть предположение, что на этом месте когда-либо была база врага такая, знаете, фу, блядь. Ну, а сейчас смотришь, думаешь, ну нет, это союзная база, это не о, а не фу, блядь. Ну, смотри, осталось сколько? 11 бревен. Просто нужно порубить одну тележечку, и все готово. Че, нормально тебе, удобно, да? Хорошо. Ты мне мешаешь, я об тебя спотыкаюсь. Вау. Ебой. А этим последним бревном я ударю тебя. Не надо, не надо. Так, ну смотри, базу мы прокачали свою немножечко так. Теперь приятно здесь стало находиться. Но сейчас мы займемся прокачиванием себя. Знаешь как? Самого. Каким образом? Мы пойдем за катаной. За Катей? За Екатериной. Ну что, нам нужно покушать и бежать. Вообще-то уже вечереет как бы. Ну в пещеру-то мы спустимся, там не важно какая погода. А как мы поймем, как мы вспомним в ту пещеру, какую мы заходили в прошлой серии? Как мы до туда добежим? Смотри, мы... Смотри, мы... О, хорошо, вспоминаю. Пещера была на склоне. На склоне, на склоне, да. Это была щель в склоне. Щель в склоне. Смотри, сейчас мы поспим и пойдем туда. Да. Я клянусь, я найду это место. Так, не вот тут ли она? Вот она, вот она, я нашел. Вот она, все, найс. Смотри, у меня есть идея получше не спускайся в пещеру. Вместо того, чтобы путлять по ней и опять встретить того жирного петуха, можем сделать интересней. Пойдем за мной. Хочешь схитрить, обойти и залезть с другого входа в эту пещеру? Возможно. Карты не раскрою. Никита, вот она. Ты нашел что-то? Да, смотри. О, да. Ну-ка, а вот туда мы полезем. Полезем. Я внутри тебя. Ты мохнатый. Так, ну я уже, короче, ползу здесь километр. Так, и... Так, ну что, давай посмотрим. Мы вообще где? Тут вот... Два разветвления. Мне писали, что нужно идти по дощечкам, может быть... Я просто пытаюсь вспомнить, были ли мы здесь в прошлой серии. Мы вылезли-то в прошлой серии не оттуда? Точнее, в этой уже. Откуда? Не оттуда, конечно. Откуда залезли, нет? Так, подожди, давай вот сюда вот сходим. Ты где? Стоп, а мы вообще в ту пещеру залезли? Потому что тут на этих склонах их несколько. Алло. А, вот он, блядь. А, нет, да нихуя подобного вот. А, хуя подобного. Хуя. Вот, мы вниз спустились вот здесь вот и вылезли. А нам надо вон туда вот. А, ясно. Вот сюда я пошел, и ты сказал, так, давай сюда не пойдем, потому что мы сейчас заблудимся. Вот это молодец. Вот он! Сеньор! Ебать! Никита, мы нашли его. Наконец-то. Оружие мечты. Наконец-то, куча бабла, просто огромная куча бабла, смотри.
сигнальный огонек, таблетосы, еденка, еще таблетки. Пойди ко мне. Куча часов, просто офигеть. Блин. А я горю. Я аж воспылал просто весь. Да хватит гореть-то уже, ну ёпта, всю броню сжёг. Так, ну чё, мы выполнили план, который хотели. Да вообще выполнили, тут столько часов. Мы, ну, короче, нужно сюда приходить, возвращаться, когда нам нужны будут часы для бомбочек всяких. Да. Походу, чувак японский тоже, смотрите, упал. Видишь, он тут с макбуком сидел, с двумя макбуками. Костёр развёл, деньги хранил. У него тут целая база была. Ну шо, японский Никита, вызывай тебя на бой? Шо, японский Серёжа? Я не вызываю тебя на бой, я предлагаю поесть суши. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Всем пока!